Привет, монстры и любители Ютьюба, те, кто случайно заглянул на наш канал. Меня пригласили в передачу «Доброе утро», чтобы я рассказал, как я рисую комиксы, как мы работаем вместе с братом, на каком этапе вообще сейчас наш комикс. А также вы увидите парочку страниц, которые мы распечатали в большом формате, А3, специально для конкурса в Сербии. Ладно, что я об этом говорю, вы сейчас все это увидите, так что давайте, поехали. Влад, вот ты любишь комиксы? Мне кажется, наше детство пришлось как раз на них. Да, читал пару, но сейчас все экранизировано, поэтому о комиксах вспоминаю редко. Не говори так в ближайшие минут 10, потому что наш гость рисует комиксы, и, кстати, не только. Художник и просто гений комиксов Игорь Зиненко. Доброе утро. Доброе утро. И вам доброе утро. Как ваше пятничное утро? Хорошо, раз в компании с вами, то, пожалуй, хорошо. Отлично. То есть все, мы будем каждый день теперь... Да, звоните, буду приезжать. Нет, теперь мы в следующий раз будем приходить к вам. К вам, да. В студию. В мою студию, это хорошо. Она мне есть? Расскажите, как давно вы начали заниматься комиксами? Вот как вообще пришла эта идея к вам? Идея пришла в 2012 году, то есть 6 лет назад, когда был весь ажиотаж по поводу конца света, потому что комикс называется «Счастливого конца света». Он такой высмеивающий. Там написано, как все покупают гречку и запасаются солью. Вроде того. Показалось очень забавно, как относятся люди к тому, что в конце года будет конец света, а не Новый год. И захотелось высмеять эту ситуацию, и одно за другим появились идеи, как это показать. И мы с братом решили, что стоит сделать комикс. Вообще мы хотели сделать мультфильм. Но мы поняли, что у нас нет никаких навыков, умений, и решили, давай начнем с чего-то простого, чтобы по-быстрому сделать комикс, какие-то там 3 месяца сделаем, все здорово будет. По-быстрому мы сделаем комикс? Да, и прошло 6 лет, и мы все еще его делаем, потому что очень большой объем работы, нужно работать чуть ли не за 4 или 5, потому что тут и дизайн персонажей, тут нужна и раскадровка, тут нужно работать как контуровщик, то есть ты все рисуешь, обводишь, раскрашиваешь и много-много всего. А вот я знаю, что берут идеи, вот, допустим, лица людей с каких-то, ну, других реальных людей. Вы брали какие-то прототипы, да? Прям лица не брали, потому что у нас не совсем такой стиль, у нас нереалистичный, он такой между мультфильмом и комиксом. Это вот эти, да, странички? Вот эти самые. Вот тут идет первые 10 страниц. Ну а почему нереалистично? Вот все реалистично. Лица, ну, более... Иногда, да, берутся прототипы, то есть какие-то исходники ты срисовываешь, но на самом деле тут специально придумывались персонажи под стиль, чтобы было все весело, интересно, потому что здесь иногда будет, допустим, какие-нибудь... Тут будут зомби, и, соответственно, зомби надо как-то справляться, и чтобы все это... Какой конец света без зомби? Ну да, но это первый будет конец света зомби, их будет вообще много, и чтобы это не выглядело слишком жестоко и реалистично, это все выполнено в такой мультяшной стилистике, без излишней жестокости, мы убирали это или как-то стилизовали, в общем... Все эффектненько и красиво делали. Вот спустя 6 лет чего добились, и увидим ли мы вот именно книгу, комикс? Книгу, я думаю, все-таки увидим, потому что когда мы планировали это, мы уже сделали раскадровку на 68 страниц. Мы решили разделить это на 3 части, 3 выпуска по 24 страницы. В Америке и в России это называется синглы, как такие маленькие комиксы. Mm-hmm. И будет 3 таких, мы разделим на 3. И вот сейчас заканчиваем работу над первым выпуском, уже 18 нарисовано и раскрашено, и в ближайшую осень вот это вот мы уже планируем закончить его. И... А куда будете отправлять свои комиксы, то есть чтобы утвердили в печать, здесь у нас или куда-нибудь за рубеж? Я думаю, за рубеж, скорее всего, в Россию, такой за рубеж ближний. Потому что там более это хотя бы как-то налажено, и есть свои сети, магазины, и проще будет это проделать. А, кстати, вот это, вот, откуда пришла эта посылка? Она не пришла, она скорее вернулась, потому что мы... Интернациональный, я успела прочитать, фестиваль. Международный фестиваль комиксов, который проходит в Белграде, в Сербии, тут все написано. Они перечеркнули «вернулись». Вернули мы, отправляли на конкурс, но почта так как-то странно работает, что нам все вернули обратно. И давайте я распакую прямо здесь, давайте, покажу, что если было. Будет такая возможность. Это то есть готовый комикс, который вы отправили на фестиваль? Это не весь комикс, это 4 страницы. Там на конкурс нужно было в формате А3. То есть А3 это формат вот эти два листа. И нужно было это
Мы распечатывали, потому что в основном работаем в цифровом формате. А может быть, они прочитали, посмотрели, запаковали и вернули обратно? Нет. У нас мы отслеживали отсылку. Тут все контролировалось. Да. Все красиво сделано. Так, и мы еще и умудрились вот так сделать. У нас тубусы не продаются, а чтобы ничего не помялось, мы взяли такую трубку от пищевой пленки, все распаковали. И вот так засунули. Что там написано сверху? Счастливый конец света? Нет. Страницы внутри этой штуки. Чтобы если вдруг люди... Что это? О, стоп. Страницы внутри этой штуки. Ну, а вот, допустим, оно вернулось обратно. Прошли, не прошли? Да. На самом деле... Пришлось с ними договариваться, послать им трекер на то, что посылка не дойдет до вас. И получилось так удачно договориться, что они сами распечатают за свой счет. Мне кажется, вот именно поэтому они и вернули. Мы не можем, что это такое? Издевательство какое-то. Ребята, распечатали, и буквально вчера пришло письмо, что мы не можем распаковать. Нет, пришло письмо, что да, ваши страницы пришли на конкурс. Ну что, и вот оно теперь, знаешь, как долгожданно. Ну вот, та же страница, только в формате А3. Они большие, помялись. Так, то есть это получается как пилотный выпуск целого комикса, да? Да, тут 4 страницы, но да, это будет пилотный. Согласна, если бы это выглядело реалистично, я бы испугалась. На что они обращают внимание, что говорят, да, хорошо, то есть на качество рисунка, на идею, на... Ну, вообще это зависит, конечно же, от жюри. А там жюри профессиональное, там с комиксами более развито, там у них история очень большая развитие. На самом деле комиксы не ушли куда-то далеко, они развиваются в своей среде. И там много людей, которые профессионально это занимаются и смотрят на историю, смотрят на рисовку, смотрят вообще, как это выглядит, потому что визуальное повествование тоже очень много играет. Когда вы смотрите на страницу, это не просто так, о, прикольные картинки. То есть ты должен читать и понимать, в какой последовательности это идет, как это читается, где-то должно быть смешно, где-то должно быть трагично. Ну, наверное, трагично. Так же, как книга слева направо и вот так. Да, слева направо, сверху вниз. Нужно этого придерживаться, если вы только не рисуете мангу или какую-то... Или израильскую книгу. Да, израильскую книгу. Ну, как минимум, я вижу, вы научились английскому языку. Брат переводчик, он переводит. Ага. То есть еще и комикс переведен полностью? Да, он переводится, страница сделана, перевели, страница сделана, перевели. И мы также размещаем и на английских сайтах там тоже свои конкурсы. Пытаемся уже какие-то ответы были, что вот нам так понравилось, интересно? Ответы есть, да. Но говорит, ребята, вы что-то так долго делаете, а мы такие, ну, ребята, мы бесплатно это все делаем. То, что любим, то и делаем. Поэтому... А вот насколько быстро вы уже умеете рисовать? То есть взять и... Зависит от того, что рисовать. Если, опять же, брать страницу комикса, то рисовка только одной страницы уходит где-то 4 дня. Еще раскраска 4 дня. Так что это очень много. А портреты просто? А портреты... Зависит от того, какая сложность портрета. Я так понимаю, ты намекаешь, чтобы нас нарисовали. Да, вот... Нескромно. Не совсем. Он сдалека начал. Давай попробуем. Подарок. Давайте. Вот и все. Уже все? Да, уже все. Вот так всегда. Поговорили. Все. Кстати, да. Мне кажется, уже настало время перестать мучить нашего гостя и посмотреть, что же у него получилось. Хорошо, мы зовем... Игорь, тебя можно к нам позвать? Ну что, как там получилось? Подумал, как-то получилось. Как... Ох ты! Ой, мы прям похожи. Давай покажем. Это очень здорово. Всего лишь немного таланта. 15 минут? Нет. Сколько мы были? Достаточно были, да. Спасибо тебе большое. Мы это обязательно прикрепим у себя над столом. Мы желаем вам хорошего настроения. Спасибо, Игорь, что был сегодня с нами. Вам спасибо, что пригласили. До новых встреч. Всего самого хорошего. Пока-пока. Спасибо, что смотрели. Тут за кадром Саша ржет, стоит, может остановиться. Не пропустите следующий выпуск «Комикс братьев». Оно будет вот уже скоро-скоро. Конечно, подпишитесь, чтобы не пропустить. Если у вас появились какие-то вопросы по поводу комикса или какие-нибудь еще, оставляйте свои комментарии снизу, под видео, вот в подвале. У меня это на полу где-то вот там. Оставляйте комментарии, мы обязательно их посмотрим. Пока!
Раз, два, три. А также вы увидите парочку страниц, которые мы распечатали в большом формате. Спасибо, что смотрели. Я думаю, вам понравилось то, что вы видели. Если вам понравилось, это могло вам не понравиться, вряд ли. Мне больно. Я думаю, вам понравилось. Если вам... Чисто хорошо. А думаю, ли вам это не понравится? Я смотрю на тебя, дружок.